Итак, друзья, всем снова привет! Мы с вами продолжаем проходить Hellblade. Ну и сейчас нужно убираться с этого пепелища. Друд был измученным человеком. Ученый человек, превращенный в раба. Его истязали, брали с собой во время набегов, сводили его с ума. И приносили таким путем новую тьму в новые миры. И в мой мир. Сенуа увидела глубинную связь северян с тьмой. Если его история о Хель были правдой, то это и есть источник тьмы. Она узнала от него все, что могла. И тогда стала видеть то же, что видел он. Итак, надо бы теперь вспомнить нам, куда идти. По-моему, вот сюда. Да, прям такого короткого пути нет, но хотя бы немножко нам сократили с места битвы с боссом. Что-то как-то туманно здесь. Тебе когда-нибудь приходилось умирать? Это серьезный вопрос. Когда рушится представление о себе, то просто перестаешь быть. Хотя остальные этого не видят, ты знаешь, что это так. Ты отчетливо ощущаешь в своем теле постороннего, самозванца. И больше ничто не будет прежним. Сенуа уже умирала трижды и умрет снова. В этом можно не сомневаться. Сенуа, каждый из нас идет по этим землям, вглядываясь в разные горизонты, и некоторые видят дальше других. Твой отец не может видеть то, что видишь ты. Но нет ничего дурного в том, чтобы видеть мир так, как видишь его ты. И вот, кстати, по-моему, вот здесь мы с вами еще пропустили вот ту пещеру. Пойдем. Зайдем, заглянем туда. Это, кстати, круто, то, что нам удалось на обратном пути, считайте, добраться до объектов, которые мы с вами изначально пропустили. Итак, а что здесь у нас? Очередная история. Северяне говорят, что радуга, которую мы видим, на самом деле мост между миром людей и миром богов. Пока, говорят они, ледяные великаны и горные великаны не могут взойти на него. Но когда наступит Рагнарок, ничто в этом мире не спасется. Мост Радуга рухнет, когда по нему проскачет войско огненных великанов на пламенных конях. Сенуа, я видел, как огонь Сурта растекался повсюду. И по нашим землям тоже. Рагнарок близок. Да, нам сюда. Ой. Нет, не дадим, конечно, не дадим. Опа. А ну-ка, давай, мощный. И улетел. Ну, практически улетел. Кто следующий? А, вот кто следующий. Улетел. А вот и следующий. Давай. Отлично. Так, с этим все. Переключаемся на следующего. Ах.
Офигеть, я вовремя поставил блок. Да, мне повезло. Отлично. Давай, 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 посильней. Вот это хорошо. Улетел нафиг. Ну и все. Быстренько получилось. Ладно, проходим дальше. Вальравн, прародитель вещунов, властелин воронов. Он находит жертв при помощи иллюзии обмана, а потом пирует, пожирая их останки. Иди по пути к Вальравну и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата в Хельхейм не открыть. Ну, это понятно. Ладно, пойдем. Так, вижу, кажется, очередную историю. Сейчас обязательно подбежим. И послушаем. Имир был инеистым великаном, порождением тьмы, и все его сыновья и внуки были детьми тьмы, как и он. Дети и внуки его были разными. Одни страшны собой, другие хороши. Но изо льда родился и другой, названный Бури, подобный человеку, большой и могучий. Сын Бури по имени Бор взял в жены хорошую с собой великаншу. И у них было трое сыновей. Старший из них, Один, почитается северянами главным над всеми богами, богом-отцом. Будем знать, будем знать. Так, что здесь у нас? Да, есть какой-то проход. С этим нужно что-то сделать. Путь к Вальравну скрывает иллюзия. Не доверяй своим глазам, найди другой путь, чтобы увидеть истину. Пойдем искать другой путь. Так, посмотрим, что вот с этим можно сделать. Пушит, пушит! Получилось, получилось. Класс. Отлично. Да мы все видим. Забавно. Мы все хотим заглянуть за завесу тайны, не правда ли? Но если нам это удается, мы зажмуриваемся и притворяемся, будто ничего не видели. Сенуа не могла не видеть, как ни старалась, как ни просила. Так, ну что здесь? Да вроде спокойно опять можно проходить. Очень хорошо то, что нас пока никто не атакует. Спокойно, спокойно, спокойно. Такую цену она платит за то, что видит все по-другому. Ведь если долго смотреть в непроглядную тьму, то, что в ней таится, тоже увидит тебя. Опять у нас очередная драчка. Я первый. Так, все. С этим закончили. Ух ты, блин. А, их больше здесь. Ничего себе. Ну ладно, сделаем тогда попроще. Так. Этот у нас сейчас улетит, я надеюсь. Да, с ним окей.
Давай-ка. Опа. А этот даже не успел расчехлиться, как уже получает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, сейчас разберемся. Так, трое? Нифига себе. Ребят, вы серьезно? Ну ладно, улетай. Давай, давай, побежали. На этот просто смотрит. Ну и нормально. Так, ну что будем с этим делать? Вот с этим надо разбираться. Хотел меня из-под тишка, что ли, достать. Вот и все, друзья. Опять же, несложная битва. Зато теперь сможем пройти через эти врата. Северяне ее не остановят. Она найдет то, что ищет. Опять знак. Опять придется решать какие-то головоломки. Так, видим этот знак. Силу иллюзий Вальравну дают вороны. Соедини воронов, чтобы разбить волшебную печать. Покажи мне, что ты видел, Друд. Да, там кто-то есть. Ладно, пойдем. Будем подниматься. Сейчас навешаем. Точнее, отвесим. Хотя подожди, подожди, подожди. Что-то мне кажется... Так точно, друзья. Так... А где ворон? Да, все круто. Решили с вами эту загадку простую. Что-то сдвинулось. Чувствуем, чувствуем. У нас в этот момент, например, завибрировал геймпад. Так, он там. Нет, там никого нет. Итак, проходим дальше. Ты тоже чувствуешь, будто переход в другой мир? На вид такой же, но в нем все иначе. Мир обманщика, где глаза есть даже у леса. Окай! Ну так, а что будем делать? Будем, конечно же, с вами решать очередные загадки. Еще врата. Чтобы разбить печать соедини воронов со знаком Вальравна. Так, пойдем искать способ, как нам подняться вот сюда наверх. Потому что оттуда сверху надо будет смотреть, и получается, тогда мы сможем пройти дальше. Так, здесь поглядим, в чем у нас отличие. А, вот. Вот сюда нам нужно. Если услышишь песню Вальравна, следуй за ней. Она приведет тебя к нему. Но берегись его обмана. Не всегда можно верить своим глазам. Так, подожди, вот этого я не понял. Куда нам сейчас с вами перемещаться? Что-то непонятно. А, я что-то слышу. Какую-то песню, да, получается? Так, друзья, подождите-ка. Короче, давайте двигаться. Я не знаю куда, но надо двигаться.
Здесь где-то должна быть какая-то песня. Мы что-то с вами должны услышать. Где песенка? Где песенка? И все-таки почему-то мне кажется, надо сейчас вернуться и где-то вот через... Так. Никаких лестниц нет. А, елки-палки, вот сюда надо пройти. Окей. Сразись со мной. Ну, наверняка нужно пройти где-то вот здесь, мне кажется. Сейчас, подожди. Давай посмотрим вот так. Так, точно. Ты глянь. Так, Вальравен там у нас. Уже чуть дальше. Сразись со мной! Не хочет. Не хочет, друзья. Так, что там? Она потерялась? Это не впервые. Прошлой зимой, перед тем, как случилась трагедия, она скиталась по диким местам родной земли, питаясь ягодами, корнями и зайцами. Как видишь, нередкое явление. Мы зовем таких людей гельтами, дикарями. Некоторые, как Друд, становятся гельтами в поиске искупления, а другие, как Сенуа, в надежде освободиться от проклятия. Те, кто возвращаются, никогда не будут прежними. Давайте-ка здесь отопрем. Опять же, это пусть будет у нас короткий путь. Отлично, отлично. А, здесь опять был Вальравен. Так, посмотрим. О, лестница появилась. Круто. Да, теперь сможем подняться туда. Вальравен. Да я слышу, слышу. Что вы там мне шепчете? Так, друзья, и теперь здесь поднимаемся с вами наверх. Сейчас у нас все должно получиться. Да, отлично, отлично, отлично. Отлично. Хорошо. Замечательно, супер. Так что сейчас сможем миновать очередные ворота. Когда мы представляем себе страх, то думаем о тенях, скользящих по лесу, или о существах, являющихся в ночи. Если бы все было так просто. Худшее приходит без предупреждения. Первобытный импульс из глубины. Напоминание. Если ты не видишь угрозу, это не значит, что ее нет. Так, ну сначала я думаю, что нам нужно проверить, что здесь у нас находится. Так, 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 подожди, вот здесь, мне кажется, прям хорошее такое место для какой-нибудь опять серьезной схватки, потому что напоминает небольшую арену. Да, так точно. Ты смотри. Опа. Так, так, так. Ну что, давай попробуем. Сейчас пробьем тебя и будем молотить.
проходим. Ну давайте, по одному только. Чур. Нифига он улетел. Хотя нет, не улетел. Ой. Да, надо... Блин, опять. Сейчас закончим с ним, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Как опасно, как опасно. Офигеть. Нифига себе, вот здесь что-то прям меня срубило. Не-не-не-не-не. Так, встаем. Давай, толкнем его. И разберемся с ним. Фух, е, с этим ок. Ах ты тварь. Ничего себе. Что-то они как-то поздно мне подсказали, то, что там кто-то есть сзади. Так, тут отлично все. Сейчас закончим. Ну сколько еще? Так, есть. Молодец, молодец. По-моему, все получается просто замечательно. Давай, руби. Ух ты, жесть, 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 поднимайся. Сзади, сзади, сзади. Опять, да, с этим ничего не поделаешь. Да блин! Что-то здесь прям вообще какая-то проблема с ними. Во! Очень близко, очень близко. Ну давай. Сейчас прикончим, подожди. Не, ну здесь прям как-то совсем неловко получается, но самое главное — это результат.